Новости. Символ 2019 года разыграют во время главного праздника сразу после боя курантов. Торжества пройдут по всему городу, но основные мероприятия по традиции организуют на площади Ленина с 21 декабря по 7 января. Как и в прошлом году, здесь разместят елочную композицию, а на экране покажут самых креативных жителей Ставрополя. Для этого они должны принять участие в инстаграм-конкурсе «Что ты скажешь Деду Морозу при встрече». Лучшие ответы будут транслировать в новогоднюю ночь. Также во время зимних каникул на площади Ленина проведут фото-день с профессиональными операторами. Их работа и затем объединят в единую новогоднюю выставку. С 22 декабря и до самого Рождества впервые ежедневно у главной городской елки в своей резиденции будет ждать детей Дед Мороз. Также ежедневно на площади будут работать детские аттракционы. Город начнут украшать в едином стиле уже 1 декабря. Дизайн разработала группа ставропольских художников. Они взяли за основу новогодние открытки с фигурными разноцветными елками на белом фоне. В таком стиле украсят дороги на въезде в город, остановки общественного транспорта, торговые точки.